Я не понял, а где еще 5000? А где еще 5 ролей? Откуда я знаю? Может, они на гей-парад ускакали? Я ваших голубанских делах-то не секу. Чего? Того. Правильно говорится, животные на хозяев похожи. Сам ты. Хрен тебе 5000. Понял? На 41-м году ушел из жизни российский актер Михаил Демчук. Причина смерти актера неизвестна. Михаил Демчук родился 13 августа 1984 года. Жил и работал в Москве. Он начал сниматься с 2017 года и за 7 лет успел принять участие в более 40 фильмах и сериалах. Последний проект актера – фильм «Шаман», который сейчас находится в производстве. Сыграл роли в лентах «Сторис», «Немцы», «Гранд-4», «Гусар», «Майор Гром», «Полярный», «Карамора», «Беспринципные», «Тур с Иванушками», «Балабол», «Шаман», «Конец света» и других.